из Колымского белого ада. Шли мы в зону в морозном дыму, а я заметил окурочек с красной помадой и рванулся из строя к нему. А я заметил окурочек с красной помадой и рванулся из строя к нему. «Стой, стреляю!» — воскликнул конвойный. Злобный пес разодрал мушлат. «Дорогие начальнички, будьте спокойны, я уже возвращаюсь назад. Баб не видел я года четыре, только мне, наконец, повезло. Ах, окурочек, может быть, 100-104 диким ветром тебя занесло. И жену, удавивший Копарин, и активный один педераст, всю дорогу до зоны шагали, вздыхали, не сводивши с окурочка глаз. С кем это, сука, любовь свою крутишь? С кем дымишь сигареткой одной? Ты во внукове с пьяну билета не купишь, чтоб хотя б пролететь надо мной. В честь твою зажигал я попойки и французским поил коньяком. Сам пьянел от того, как курила ты тройку золотым на конце ободком. Проиграл тот окурочек в карты я, хоть и дороже было 1000 рублей. Вот и здесь не видать мне счастливого фарта из-за грусти подами червей. Проиграл я и шмутки, и сменку, сахарок на 2 года вперед. И вот сижу я на нарах, обнявши коленки, мне ведь не в чем идти на развод. Пропадал я за этот окурок, никого не виня, не кляня. Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня. Шел я в карцер босыми ногами, как Христос и спокойный тих. 10 суток кровавыми красил губами я концы самокруток моих. Негодяй, ты на воле растратил 1 000 000 блистательных дам. Это так говорю. Гражданин надзиратель, только зря говорю. Гражданин надзиратель, рукавичкой вы мне погубите.